так как я играл последний раз в Cash Flow, наверное, так где-то месяцев, не знаю, 6-7 назад, вот, особо не помня различия, ну, для меня, в принципе, это остался тот же хороший, добротный Cash Flow, опять же, с теми же своими фишками, тактиками, ну, внутри именно этой самой игры. Интересно, как всегда, вести бухгалтерию, интересно проходить этот, ну, не знаю, 30-летний, наверное, симулятор вот, жизни от зарплаты к богатству, да, вот, ну, это все, конечно, классные вещи, и ребятам вообще, которые хотя бы раз услышат об этой игре, ну, попробовать определенно стоит, вот, потому что хотя бы, потому что это интересно и необычно, вот, ну, по крайней мере, с монополией можно ассоциировать, но не нужно, это надо вот так вот и сыграть. Ну, в общем, игра классная, вечер отличный, вот, всем спасибо, доволен.